В нашем районе греко-римская борьба пользуется заслуженной популярностью. Славянские юные спортсмены не раз подтверждали свое мастерство на соревнованиях. И сейчас они снова смогли показать свои возможности. В спорткомплекс «Лидер» для того, чтобы помериться силами, приехали спортсмены со всего Краснодарского края. Из Динского, Ейского, Красноармейского, Лабинского, Новопокровского, Темрюкского районов, городов Анапы, Геленджика, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также из Керчи, Республики Адыгеи. 260 спортсменов боролись в 15 весовых категориях. Президент Федерации спортивной борьбы Краснодарского края Игорь Хоменко, выступая на открытии первого турнира памяти заслуженного тренера, мастера спорта России Сергея Буштеца, пожелал участникам соревнований успехов. Он отметил, что борьба в муниципалитете уверенно развивается. При нем она развилась, появились члены сборной команды края, много членов сборной команды края и сборной команды России. Всегда соревнования при нем проводились на высоком уровне, поэтому в дань уважения, конечно, тренера, судьи приехали поработать, провести турнир. В Славянском районе есть отличный опыт приема соревнований высокого уровня. И не случайно турнир посвящен памяти известного славянского тренера. Его имя служит ориентиром для развития. Мы настроены очень позитивно продолжать его дело, которое он начал. Мы будем также дальше развивать нашу греко-римскую борьбу, всю борьбу в целом, естественно, в районе. Ну и будем всегда помнить его достижения, будем стремиться к этому, будем воспитывать младшее поколение, чтобы у нас все получилось. На соревнования собрались перспективные ребята, по-настоящему увлеченные этим видом спорта. Надо было видеть, с каким энтузиазмом они боролись. Не всегда победа доставалась легко. Нередко победить удавалось в ходе упорного поединка, наращивая по очкам свое преимущество. Я занимаюсь борьбой 7 лет, и меня привлекает в борьбе то, что она воспитывает силу воли во мне. Для меня большая честь участвовать в этом соревновании. Я буду стараться. Я готовился очень долго. Не пропускал ни одной тренировки. Тем более я посмотрел такие кубки большие. И конечно, сегодня буду стараться выиграть. Борьба была напряженная и зрелищная. Все очень старались. Три славянских борца стали призерами престижных краевых соревнований по греко-римской борьбе. Серебро в своих весовых категориях завоевали Данила Сергеев и Кирилл Латий. Бронзовую награду получил Матвей Рылов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».